Мы следим за этим. Мы абсолютно безусловно поддерживаем Сербию. Поддерживаем сербов. Мы считаем, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, должны обеспечиваться. Не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов. И, конечно, мы очень, очень внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация, обеспокоены в этой связи. Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений на этот счет не принималось, никаких обсуждений на этот счет не ведется. Дмитрий Медведев сегодня в своем твиттере назвал британских чиновников законной военной целью для России. В Кремле поддерживают такую точку зрения? Я оставляю это без комментариев. Он имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения этой эффективности и будет продолжаться работа по усовершенствованию системы ПВО. Вот что имел в виду президент.